Представить свою жизнь без воды не может ни один человек. Представить свою жизнь без чистой, качественной воды – ни один современный человек. Зависимость от благ цивилизации вполне нормальна. Сегодня предприятие «Чуваши» способно ее удовлетворять. Насколько хорошо с этим справляется столичный водоканал, оценил глава «Чуваши». Очистная водопроводная станция «Заовражная» водоканала обеспечивает бесперебойную подачу качественной воды во всем городе Чебоксары. Обеззараживает ее в автоматизированных системах гипохлоритом натрия, который является чистым и малотоксичным веществом. А значит, вся вода из крана становится пригодной для питья. Который идет из резервуара. Вот. А это я вот говорил, да, про этот осадок. Это вот в дальнейшем будет у нас получаться вот такой осадок. Вот. А вот сейчас говорю, да, там проверка сейчас у вас завершена. Да. Какие остатки вы выйдете? Никаких металлов тяжелых там нет. Это вот сухой остаток, который вот это вот органика остальная. Он не пахнет. А ну, здесь? Действительно, она считается одной из лучших в Приволжском федеральном округе. Конечно, все труднее становится нашему предприятию, муниципальному предприятию «Водоканал», чтобы эта вода высокого качества была. Мы все видим, что в Волге вода хуже становится. И все новые усилия надо применять, чтобы вода в кране лучше и лучше была. Сегодня на территории водоканала идет строительство сооружений по обработке осадков, остающихся после очистки воды. Комплекс решит проблему утилизации промывных вод и позволит прекратить сброс осадка без очистки в Чебоксарское водохранилище. Этот комплекс состоит из трех сооружений. Новых сооружений – это сгуститель осадка, усреднитель промывных вод и центр цех мехобезвоживания. Также будет реконструкция проведена существующих за моей спиной сооружений повторного использования промывных вод, существующих трех блоков фильтров. Будут построены иловые площадки, песковые площадки. И мы увидим товарный продукт, который будет получаться на выходе. Этот продукт, который можно будет использовать на рекультивацию земель, на благоустройство зеленых территорий, использовать на подсыпку, смешивая с грунтом. И он не приносит никакого вреда, этот осадок, этот, как говорится, грунт, который мы будем получать на выходе из этой продукции. И вся вода будет возвращаться, промывная вода, которую мы сейчас сбрасываем, будет возвращаться также в голову на очистку. Сейчас в России нет аналогичных объектов, позволяющих осуществить полный цикл – очистку промывных вод, обработку осадка и его дальнейшую утилизацию. Анастасия Алексеева, Сергей Рябчиков, Республика.